Саша Дундуков и Ксюша Исламова. Это творческий дуэт дизайнеров-кутюрье из Екатеринбурга. Проработка в изделии каждого квадратного сантиметра делают их творчество действительно уникальным и таким узнаваемым. Плоды их совместного проекта – это массивные куртки, брюки и аксессуары. Это роба, да, старая роба. Вот. И вот эти две штанины – это тупо рукава, то, что она вся грязная, потертая, выжженная, замаранная, там где-то дыры еще, краска, да, это только плюсом, мне вот именно с этим интересно работать. Например, чистой ткани у меня вон очень много, я не хочу с ней работать, она не живая. А вот это здесь какая-то есть вот история, то есть вот это мне нравится. Я обожаю вообще брезент, мне нравятся вещи тяжелые, нравится делать массивные вещи, конкретные, вот эти швы, замки, клепки, строчки. Это офигенно, я считаю. Зимой я шил меховики. Такое изделие. Из шкуры овцы как бы сделано. Здесь использована мешковина. Такая грубая, потертая мешковина. Кожа коричневая. Летом 2013 года их костюм из льна и кожи занял второе место на конкурсе одного костюма в Вологде. Более сотни молодых дизайнеров со всей страны, студенты и выпускники швейных вузов, стремились выиграть этот конкурс. Эррор бросили вызов стандартам академизма, воплотив собственную оригинальную идею с помощью музы и таланта. Все эти участники – это были ученики, выпускники разных вузов, заведений. Вот, и они как бы соревновались вот в том, что они могут. Есть стандарт, вот чуть-чуть влево-вправо, вот так все вещи были. А у меня изделие, оно совершенно как бы рор полный. Среди стольких дизайнеров, среди судей вот этих всех, которые оценили мою работу как нечто из ряда вон, я понял, что нифига себе, так я же действительно делаю крутые вещи, я могу. И значит, стоит этим заниматься и продолжать. Что же такое эррор? Есть ли смысл в этих авторских символах? С легкостью и иронией Александр расшифровывает загадочную подпись. Эррор – это по-английски ошибка. Добавляем последнюю букву «Е». Это тоже получается ошибка в слове «ошибка». Если эти все полоски вот так вот соединить, получается логотип. Е-Р-Р-О-Р-Е. Если ты хочешь этим заниматься, тебе многого не нужно. Не нужно тратить годы, не нужно тратить время, деньги. Тебе нужно вот реально кусок тряпки, машинку или хотя бы нитку с иголкой. Все, если ты хочешь, если это есть внутри. Помимо дизайна, я промышленный альпинист. Когда ты сутками дома, тебе здесь всегда все хорошо, красиво, тряпочки, люди. И ты потом уже, знаешь, без интереса к этому относишься. Поработав недельку там, другую, ты уже с таким рвением, с таким желанием несешься домой. Блин, я хочу шить, хочу шить. Индивидуальность каждого, кто обратится к Александру и Ксюше, будет переосмыслена в уникальную вещь, которая станет неотъемлемой частью ее обладателя. Актуальность таких изделий сложно переоценить. В своем творчестве ребята не используют привычные мерки и выкройки. Только дизайн, только эррор. Человек приходит на примерку. Я здесь подчеркнул, здесь убрал. Вот и для меня это самая точная как бы мерка и метка. Нежели он мне снимет, скажет, вот у меня здесь 64, 95, 68. Я не знаю, что делать с этими размерами. И как это потом все он на себя оденет. Ко мне приходят люди и говорят, я хочу что-то вот такое и такое. Я им могу понять, что они хотят, какого они очень хотят. Я могу им нарисовать, накидать. Ручная, кропотливая работа. Что бы ты ни сделал, ты на одном квадратном там, сантиметре, ты работаешь, делаешь, делаешь, и это видно просто издалека, потом это навсегда останется и всегда будет. То есть это не штамповка вещей, которые бездушно нашиты. Это как картина. Либо ты распечатаешь 150 фотографий, либо ты над одной картиной будешь сидеть очень долго и вырисовывать, и она останется вечной, интересной, и уникальной, и неповторимой. Это вот можно смело, везти на Арбат, вывешивать, какие-то америкосы, за бешеные бабки вот это возьмут.